дорогие друзья! Ну что ж, проект в путь, ребяточки! В этом видосе все решится. Вы узнаете в конце ролика, этот проект я закрываю, я продолжаю или даю ему второе дыхание. Поставьте прямо сейчас лайк, со мной скоро на связи. Баратан, здорово! Йо-йо. Значит, смотрите, нам нельзя проигрывать. В магазине вводим код Аурум для этого. Нажали кнопку футбол. 19 967 кубков. Если кто не в курсе, ни одной награды не собрано. Я волнуюсь. Не знаю, как вы. А я, если честно, этот проект заканчивать ой, как не хочу. Не хотел бы. Поехали. Мы будем играть с третьим рандомом. Вы сейчас все узнаете. Вы сейчас просто все узнаете. Ребята, хотел бы просто пару слов о проектах и просто сказать вам хотел. А сказать хотел я все просто и банально. Я хотел сказать, ребят, вам спасибо за то, что вы смотрите все мои проекты. Все мои проекты поддерживаете. Благодаря вам вообще какие-то проекты стали культовыми. Вот этот приставка «Путь чего-то». Я не знаю, это просто как, ну, традиция стала для какого-то проекта. Спасибо вам огромное, что вы делаете эти, не знаю, хайп-темы. Вы делаете тренд, задаете тренд. И все это благодаря вам. Реально, огромный вам респект. Я надеюсь, что вы, в свою очередь, просто поставите лайк на это видео, чтобы его как можно больше людей увидело. Подпишитесь на канал, если были не подписаны. Честно, звучит немножко, как будто я с вами прощаюсь, но нет, 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 еще раз нет. Я сейчас надеюсь, мы с вами апнем. И дальше будете, на самом деле, решать вы, ребята. Решать судьбу этого проекта будете вы. И в конце вы все узнаете. Просто досмотрите сейчас до конца. Смотрите, типочки стараются, хотят выиграть, но мы им не дадим. Постараемся, по крайней мере. Я бы такой пошел сейчас, скор попробовал бы в гемы сыграть. Мне очень не нравится футбол. Очень не нравится футбол. Ну, сейчас стеночку можно разломать и забить ее. Да, кто ее ломать будет? Рейн? Своей этой бомбой. Она не ломает. Ладно. Напомню, ребята, что цель этого проекта была взять 20 косарей кубков и не собирать награды. Подобный проект у меня был, назывался «Путь пижона», в котором мы апали с вами 14,5 тысяч трофеев, не собирали наград. Это был вообще уникальный проект, он, по-моему, больше всего собрал просмотров. Он самый такой был, ну, блин, захватывающий, не знаю, всем очень он нравился. Я надеюсь, что этот проект, да, конечно, уже вторичка, но тем не менее... Не менее удовольствия вам принес и, возможно, еще даже принесет. Я еще не прощаюсь, я еще проект не закрываю. Но намекаю на это, сейчас вы все узнаете. Просто на самом деле решится судьба этого проекта, ребята, решу ее не я. Это самое страшное, я волнуюсь за то, что вы просто не поддержите. Но сейчас узнаем, сейчас все узнаем, сейчас осталось только выиграть пару каточек. Я предлагаю следующую катку пойти в геймграб. Потому что футбол что-то вообще я не люблю. И па-ба-ба-бам, па-бам, крак, классно, вообще, скоро вообще люто выбиваешь. я застанился! Я не успел, блин! Мы выиграли, да. Очень долгая катка. Слушай, давай какую-то мету возьмем в гемах. 1975. Кого брать? Я знаю, там Тара, может, тащит. Кстати, в предыдущем ролике, ребята, я выбил воробушкой, выбил Бель. Это будет очень тупо, если, конечно, мы оставим все просто так, как оно есть на самом деле. Но давайте об этом чуть-чуть попозже. Сейчас надо доапать. Кого брать? Как думаешь? Ну, 500 плюс кого-нибудь. Да, да, можно Амбер, кого? Можно Спраута, не знаю, кто тащит тут? Сту. Розу. Мортиса, давай. Мортиса могу. Не, Мортис не затащит? Не, не, Розу давай. Я тебя понял. А я вот на этом. Пошли. Fuck my game, fuck my game. Полетели. Она там матерится или что, не знаю, говорит. Я узбек, Лакер и Неймар. Ну поехали. Разделяемся, ребят, по флангам. Скор. Лево, я право. Пит, мид. Понял. Почему они все в центре? Что за дела? Все, мы их топ тупо размочили. Это у меня кусты, да? Получается, да. Или замедление. Там замедление. Ой-ой-ой, лагает!
У тебя лагает, нет? Немного. Мне просто мозг выносит игра. Она так и хочет, чтобы я завершил этот проект. Подписчики, решать вам, досмотрите до конца. Решать просто вам, реально. Потому что вы часть моего канала, благодаря вам вообще все эти проекты, поэтому попробуем вам слово оставить. Я посмотрю на ваш порыв, на ваш... Посмотрим, посмотрим. Поставьте лайк, кто хотел бы, чтобы проект продолжался. Начнем с этого. Тихо. Ну, а ты против шеи стоишь. Круто, да? Повезло мне. Так, вообще балдеж. Как никому. Все, вот эти два гема собираем. Три. Раз, два. И последние, пацаны, уходим, отходим. Отходим. Ай, взорвался. Ай, взорвалась бандура. Ох. Ну я специально, ты же знаешь, я аж как бы не умер бы, если бы не хотел. Ну точно. Так, зайдите все в кусты. Ха, попались, повелись. Ах вы, блин. Отличная победа, дорогие друзья. Ребят, осталось совсем чуть-чуть узнать вам вердикт этого проекта. Да, тупо да. Шо? Дангеронок. Ну все, значит, под контролем. Все под контролем. Опять, блин, бык, почему такие... Ой, еще и колет. Да ну такое. Ну, Байрон, ты уничтожаешь. Байрона я просто вынес вперед ногами. Бычок, привет. Да, бык! Ребятки, собрались. Это очень ответственный момент. Мы можем сейчас завершить проект. Мы просто сейчас... Давай, братан. Блин, ну, конечно, да... Скор, ну что ты творишь? Куда ты им один гем отдал? Ты говорил, что все будет под контролем, уже два. Да? Да. А что, нет? Нет. У меня гаджетов не осталось. О, привет, Андрей. Пока, Андрюх. А если он не Андрей? Ах, ты думаешь, что Серега был? Конечно, Серега. Забирай. Серега, такое имя классное. Ты Серега Скор? Точно. Я думал, ты Игорь, кстати. Всегда так думал тоже. Я умер! Ох, ну это по плану же. Вообще-то нет. Ну пожалуйста, возьмите и уйдите. Так все так и сделал. Все, я прикрою вас тут. Я не дам им зайти. За родину! Ох. Ну что, все? А нет, блин, походу еще одна катка. Ладно. Или две. Так, 13 гемов. Шикарный бой. Слушайте, ну с рандомчиком по чуть-чуть, так вообще нормалек. Погнали в бой. Надеюсь, мы не проиграем ни одного поединка. Боже, надо стараться, я не хочу проигрывать. О боже, там Пэм, Мортис и... Ой, это там Мортира. У нас... О, хиллер, у нас есть хиллер. Все, кобздец. Так, ну шо, путь улитки, не подведи. Здорово. Ух ты, шо ты шо. Да ты шо, гля? Не, ну это без шансов, походу, у челиков. Опа. Ставь мортиру, я ее снесу. Блин. Ну они, короче, что-то шарят. Они что-то знают, по-любому. Если надо срочно замедлить, скажешь. Так ты мог там замедлять сразу же их. Не-не, ну тогда что, ну давай не умничай. Как начнешь вот это? Так, минус Пенни. Так, мортиру я снес. О, Мортис там на базе что-то рыскает. О, Пэм, немножко побегай. Все, тут три гема забираем с Пэм и уваливаем отсюда нафиг. Та ты шо, Роза имбаля. О боже ж ты мой! Да, два, один!
Yes! 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 Да ну. Ребята, на моем балансе... Чёрт! Чёрт, не 20 тысяч кубков! Боже, 19,999! Прикинь! Блин, ё-моё. И у меня на стюне 500, смотри. 499. Охренеть, это знак, это знак. Короче, подписчики. Это реально знак. Нам остался один кубок. Смотрите, что мы сделаем. Если мы завершаем проект, то осталась одна серия. В любом случае, даже если бы я сейчас апнул 20 тысяч, в любом бы случае, я сейчас бы награды не собирал. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы сделали с вами 19 999, не собрав ни одной награды. Нам остается всего лишь один рубеж. Одна каточка, один кубок, и мы апаем 20 тысяч. Апаем 20 тысяч, мы можем собрать все награды. Или, какое у меня предложение? Или пойти... На 30 косарей. Я сейчас не шучу. Вы сейчас подумаете, 30 это на 100 миллионов лет? Нет. Если мы идем на 30 тысяч, я включаюсь, и мы апаем каждый день на стримах. Но что надо для этого? Я попрошу для старта 30 тысяч лайков. 30 тысяч лайков это одобрение, значит вы согласны. Ну, замотивировать меня я бы хотел чуть-чуть больше. Ну, там 40. 50 это нереально. Ну, блин, вот хотя бы 40. 30, значит, вы одобряете. Если ролик собирает меньше 30 тысяч лайков, значит, скорее всего... Ну, скорее всего, вы... Ну, хотите, чтобы я закончил его. Решайте вы. Лайк, подписка. Все решит за вас. Если вы уже лайк поставили и вы хотите, чтобы проект продолжался, репостните этот видос, попросите друга зайти поставить лайк, подпишитесь на канал, все что угодно сделайте, чтобы его продвинуть. И мы его с вами продолжим на 30 тысяч. Но если нет, то в следующем ролике я собираю все награды. Спасибо, что смотрели, спасибо, что смотрите. Обнял, приподнял. Вы лучшие. Надеюсь, не подведете. Надеюсь, мы с вами еще увидимся. И не раз.